А может кто-то с рекаунта скинули, где ДПС не падает, как в скаде, вот он падает после боя? Он в рекаунте тоже падает где-то на 1к. Почему-то, я не знаю, такое стало. Я сейчас просто смотрел, у нас вот 3-4 позиция по 26к было и упала до 24. Я посмотри в DC я скинул. Ну там упала тоже. Ну да, у тебя тоже упало. Потому что у меня было 19900. Эх, был бы раздавак, я бы даже до второго бурста не добил. Да хоть на одном ляме успел бурст нажать. Был бы раздавак, а у нас бы пала не было, сказки. Эх, давал бы каску из ПД. А мне дает чуть-чуть. Ну, магом, да. Мне дает. Ну, блин, нашли. Ну или Элему не дает конкретно. Там были. Крита дают чуть-чуть. Ну. Чуть-чуть совсем. Вот присты и все, кто ниже вагона. В смысле? Так я даже не одетый, а уже вагон сразу. Должно быть 20 плюс. Так у меня Т5-то нету. Лёха говорит, присты подразумевает Нерик. Понимаешь, если 18 дд дает 20 плюс, это 400 тысяч дпс. Беспредел, у меня-то нету 4-го куска. 400 тысяч общего ДПС нету от 18 ДД, потому что, блядь, Смолдозар там нихуя не делает, не тыкает кнопки, не дамажит вообще, блядь, там, тому подобное. Если все будут давать 20 плюс, блядь, будут делать. Ну это, надо одеться всем Т5-4, тогда можно что-то будет говорить. Слушай, а что, Смолдозар в рейде там? Я что-то даже не вижу. А он вылетел, наверное, у него 11к всего. Нет. Нет. Но у меня шмот слабый. Подождите, стойте, стойте. Он просто показал цифры и вышел. 268. Вы помните, какой Валка пожалуйста, проект 205 в 260-м? Ребят, бегайте к этой ловушке, активируйте. Вот он просто трус свечился, вот такой разумировал. А, ну если он свечился, то да. Чё, ты чё, я шмот видел? Как он свечился, не очень, бля. Угу. Дошло до лору? Не, типа в 260-м 15к, по-моему, был нормальный ДП. Я как-то Элима видел 255-го, который... 16. Нет, там про Вара. 200. Нет, Вара априори должен был в разы больше давать. Даже без Т5. Понимаете, сколько у меня ДПС падает, когда я стакаю раскол? Как... Можно рыбу? Ты... Так ты не стакай, Ваги в рейде нет, тебе ГП не да. Все равно я делаю это для рейда. Ребята, идет стрим, Вага смотрит запись, потом ребята... Честно, у вас 4 буквы пара. Каждый один стак даст уже, блядь, практически раскол в пул, блядь. Неужели от 4 варов, блядь, раскол не может там стакаться на бой? Там, блядь, вообще имба... Ну, типа, легко очень будет стакать. От 4 варами. Не-не-не, они, короче, Лёха, не за это. Они хотят, чтобы кто-то вар танчил.
Давайте, птенчик, давайте. Там он до каври просится. Анкил, черный тролль. Пристабав. Пристабав, друида, баф. Рыба. Ему ачивки нужны, тухлые, и это, чтобы засчитало ледяной трон, если не ошибаюсь. Сейчас. Тухлый и этот гнилой нужен. Тогда... Это, так сплот. Возьмите человека, чё. Выйдешь пока, возьму дека. Угу. Дайте портал. Вон стоит шкаф. Сейчас стойду, дверь открою. Дайте портал, маги. Дайте портал человеку, он быстро улетит, но быстрее пульнем. Магия. Ау. Даю, даю, даю. А я помню, не так все, не так давно начиналось 15 ДПС на Саруфанге. Сейчас уже сколько там, 20? Инфляция. Может тут стримак запустить по-братски? Тебе скучно? На пару басов. Но я хочу проверить, можно ли смотреть стрим через другой стрим. Конечно, можно. Подрубите, кто там, Белорус там. Я не буду в Дискорде включать, но лагать начинает. Твич есть? Твич, да, но это долго. Я уже был, сейчас будет. Ничего, работает. Нейликс? Тут. Пуляй. Белорус. Может, один милик вынесет спору? Че, Белорус? Слизи. На мне нет дебафа, все ок. Я бы на вашем месте поспешил, потому что у вас еще один инст на сегодня. Так ты же вроде сказал, что до конца или нет? Ну да, еще один инст. Расхрем. Сюда начало. Более объемный, чем расхрем. О, КХМ, походу. Походу ЗСГ. Неожиданно. Будет или не будет ЗСГ? Живем как на вулкане, неизвестно, что будет. Это как с коронавирусом. Не знаешь, когда это. Когда будет. Вкусных выпал. Ебать, Кирс, ты чё, пельмени лов, что ли? Столько пельменей людей поймал.
Ты че, пельмени ловил? А когда я тот раз нет, поймал то, что у меня стрим лаг, столько претензий было. И ты решил сейчас всех сдать, да? Как тот, я вот и сижу, думаю, лучше никого не делать. Я же не сказал, кто поймал. Скажи мне, чтобы я знал. Я сказал, столько людей поймало пельмени. И все молчат. А как я поймал пельмени, столько криков было. Ты тоже молчал, когда поймал. Справедливо, блядь. Бля, ты вообще хуй поспоришь, молодец. Давай, давай, денечки. У меня Вов крашнулся. Пушка с ума начал обезно. 11 РДД. Я под босса стану тогда. Мне кажется, когда сила бизнес набирает осколки, вот так руки дрожат. Выпал, не выпал. Он случайно Alt F4 нажал, наверное, да? Прошло. Да, он тут. Я на боссе, если что. Я убрел. Блядь. Гера, даем. Видимо, нет. Кислород тебя спрашивал, Гера нужна, нет? Как хотите. Он не знает, чего человека беспокоит. Какой-нибудь, смотри, птичка. Дайте ему диван. А у меня нет. Ой, травма, нифига. Может, о, травма? Ты думаешь, я, кстати, рога нужен или нет? Чё нужен? Еще один рога. Зачем? Мутик нужен, мутик. Чё мутик? А зачем тебе мутик? Мутик поменяет. Не дамажит, видишь, там на орке вообще нихуя не может. Что, конник, что ли? Ребят, кровь.
Такой у кого кровь? Кто кровь? Куда? Какой кровь? Сейчас этот совет потом. Совет и любовь. Потом Барна, потом Валя. Потом я вот этот скрин с ДПСом заскриню и буду говорить, как он не дымает. Да я не знаю, что происходит. У меня ни по трэшу не проходит урон. Я там 100 каблин всего накрутил. Смотри, может у тебя там какие-то изменения на форуме произошли. Так у второго роги-то прошло, все нормально. Все работает. Да. Не, у тебя сейчас нормально. Переодень Т5 и все. У меня просто бурст успел откатиться под конец на 10 лимах. Танки давайте. Да. Где она еще? Чё встали? Блядь. Чё пойду? Шаков. Что, Лёха, говоришь? Челик в обмен кидает паузучий кошмар. Изначальную пустоту. Чё, обмен нажать? Ну, нажимаю. Конечно. Это тебе подгон. Подношение. Басят. Конечно, взят. Ой-ой-ой, там что-то всё так через букву. Причем реально скинул, слышишь? Я даже не знаю, кто это. Короче, это Лёшу забанили за гольстеревство на следующий день. Монополох там. Короче, какую хуйню мне кидают в обмен. Ну, типа, а нормально. А что, там на кровь квест задавали, нет? Это легенда. На заражение. Пусто. Блять, короче, на фласке все хуярит. Да это на джуне кто-то просто. Да это не твин, это гений. Обменяться надо, он его найти не может. Бьешка. А это лишнее кто-то отдает, да? Левых. Я не слышал. Ребят, с первой платформы. Ну чё? Ген, если тут в клоаку спуститесь, там один слой. Жёстко. Чё там? Это чё такое? Филобезно, вот здесь. Тут. Вот это контроль, блядь, охуенно. Да если люди сбивают контроль, а чё? Нахрен они туда пошли? Тогда внизу мобы уже. Хэштег совы зло. Хэштег девка вагон. Он из Долорана звезда подкидает. Прикинь, шеве бы на весь серф вешал. Прикинь бы чума это лича на весь серф бы вешал. И пошла гулять. А про товар ее отразил. Эти гуи пошла гулять там, знаешь, так. И потом обратно на это. В око гер заходишь, этой чумой там всех убиваешь. Поняли, как надо? Ну и что, узнали? Погнали! Я-то готов, вы контрольте. Вот смотрите, какой контроль классный. Тоже взгляну? Агро. Просто ноль, а что ты хочешь? Да что у меня чаржится, а не в тебя? И на мне тактик. А моб второй, извини меня, должен быть в роли. Я бы паролил на уфе грип. Вышел контроль один. Идет в там шакал был, а ты зачем сделал это? Что я перегидил, слышь, шакал. Мой далеко стоит в шакле. Окей, гу, ты свой не кинул, я уже.
Просто заливаем. Давайте подумаем, что у нас квест. Метитель. Зачем тебе грипп на пацанов? Он себе 20-й спек собирает. Как обычно. Ребят, вы имейте в виду, что если вы спеки собираете, вы имеете, играть должны. Че, грипп там что собирает? Говорит, 10-й спек собирает себе локо. Прото-демона. Так, рыбку ставлю. Говорит. 5 минут, мы уже полчаса в инсте, а только до принца. Че, мне это я знает? За тебя. Так, а кто мне скидывал, блядь, всю эту херню? Кто мне скидывал, блядь, траву там, блядь, пустоту? Понятия не имею. Камни, дэски, блядь. Мне кажется, это раз. Значит так, товарищи дамагеры, так как хантов нет, справа совы, там в конце на сцене маги, слева присты, сзади варенки. Пристам с память. Кто свою зону проебет, там УГП. Пристам с память чумку, что ли? Ты слева. Уже с память чумку. Неликс, ты что, заболел, что ли, или что? Нет проблем. Давайте, ребят, без ругания. Можете вандами бить, там что тоже поднимается. Двух, а сдул одного. Короче, босса не бейте, бейте из сферы. Эли может босса тоналить, да? Роги, один коника череп, второй рога крест на пол брыкму. Не на брыкму, а килисета танчу. Спокойно. А, килисета танчу. Крест. Может, звезду? Тогда на круг. На круг. Печеньку, череп и крест, да. Да я только килисета научился. Все готовы, пошли. Мелики, не затапчите магов. Классно, вы к хилам подбегаете. Верю. Красиво. Меня тоже чуть не убили. Кто-то обязательно начислишь этим троим. Веру. Грипп, не соглашайся с собой. Тристы. Да Лорос вылетел. Там еще два воротка есть. Алекс, там наверное.
Пристые сзади. Матч вообще, по-моему, не падает песка. Эл, ты немножко, по-моему, перепутал там другой квест. Не знаю, у меня высветился, что это заразился. И он на меня взят. Он сейчас, скорее всего, просто так где-то был? С прошлого или с позапрошлого? Наверное, да. На ланотель будет слот? Щит на оф надо. Уступлю. Ребят, мы там кто-то шаг будем помогать. А че я не вижу этого Бонни Клайда? А вот. Вторая группа. С почином. Короче, отошел я покурить. Правда, без дискорда, если что, ты. Ребята, свобода! Свобода! Я вас, если что, через колонки слышу. Алло, пацаны! Без дискорда говорит, отхожу. Что, Курт-Каминор, да? Просто говорит, что долго сказала, да. Чё, 10-ю неделю плащ не падает, да? Плащ, не знаю, как тринка. Ты тоже, да, Сейва, хочешь? Четвертую или пятую неделю, не вижу, меня это больше беспокоит. И свои, прием. Я за книгой 2.5 месяца или 3 находил, адмирал, теперь ходит. И свой в этого закинул, да? В зимо. Вот прикинь, Эл, со второго же КД на магии забрал. Я на следующее КД шапку на маге забрал. Все лето ждал фетиш. И свой, и ее. Че? Во! Я на кнопке, что ли, дискорд? Что? Да, у меня на кнопке. А, ну что, понятно. Ладно. Да я хотел спросить, тоже хватит на танка помощь? Погромче спрашивайте, Бог. Тоже на танка помощь хочешь? Да, нет, почему. Я, если у тебя нет, то я еще через 3 месяца вот тут повезу. Я уступлю. Уступлю это как бы. Уважение. Что там вместо кого зайти можно на лану? Если... Можешь вместо меня, можешь вместо Альмилик и все. Посмотрите по рейду, кто там решает. Вообще надо гриба в рейд. Вообще... Зачем? Чтобы был. У нас 2 элема, сядь и Кирсгоров. Сядь, тебе нужен босс? Если у нас вроде есть товар, нам этот... нужен этот. Да и нет, в принципе, этот нет. Кирс больше ДПС. Не, ну как скажете, мне вообще... Видели этот в рейд-чате, что Гриб написал? Кирс, мы идем очень быстро, ты хочешь это испортить? Ну, типа, на секунду глянуть, нажимая кнопочки, я не вижу в этом сильно большой проблемы. Все так говорят. Потом ГП получит. Коин слабый. Ладно, от вихря помирал, теперь еще от взрывной волны. Просто обмен, что ли? А. Че, ставьте шкаф, кого обменяем? Кого самой? Воскресите меня. Просто у коня подковы грязные, вот и все. Кто выйдет сначала? Кисло, кого меняем? Не знаю, я там сами куда-то меняли. Кого? Я уже поменял. Кто просит? Войт. Я уже поменялся.
Кирс, ну ты же больше дашь, чем сядь. Рыбка стоит. Пусть развлекается, чё. Так, Кирса поменял. Ага. Дайте же портал, Кирс, ладно. Я уже в Долларе. Войда с нами нету, да, рядышком? Надо присумонить будет, да. А сядь Элем, да? Или... Да, да, да. Да, это же Элем. Я потом говорю, что Кирс лопает. А сядь мне нужен этот бот. Не, если ему нужен, ему нужен этот бот. Мне вообще ничего не нужно, кроме РСХМ от слов. Короче, как скажете, типа хозяин барин. Так, танки, кого на пол? Ладно. Печеньку. Да, печеньку. А тут тактика сильно отличается? Брел, брел. Че, кто на боссе? Я, ты, он, она. Блять, вас я, спрашиваю. Я, блин, на боссе. Давай, печень. Ну, давайте на... Печеньку. Пошли, танки, пошли. Ян, дай лапу, пожалуйста. Неразумное решение. Да ну, как так, блин? Жужин, ты в третьей группе. Дуй на... Чё все справа стусовались, а? Я всё равно милька кусать буду. В напомни меня, да, Даня? Да. Все куплено. Куплено, пацаны. Два, выйди вправо к сове. Бегом, бегом, бегом. Красиво сейчас было. Надо побольше магов с этими лучками. Голова прям послает. Начинаем представление. Ай-яй-яй-яй-яй! Простите. Отойдите, отойдите, да? Да-да-да. Раз уж побежала, я не... Ай-яй-яй-яй, да вы чё, издеваетесь, что ли? Что, всё равно ловите, что ли? Срут на ноги, блин. Под ноги, а не на ноги. Алекс, а такие вокруг тебя, такой, знаешь, руки на тебя кидают. Раячки и светили.
кстати, без Гера. Да зачем это Гера? Ого, еще просто. Ужас, просто ужас. Скорее, скорее. Вары! Вары! Что-то произошло. Что там было? Какого хрена сова укус взяла? Я вообще не ожидал. Смотрю, вар какой-то там за ДК-шками поприкалывается. Да, ребят, в текст улетел. Суманите на босс. Хотя ладно, похуй. Суманите. Суманите, да? Осталось там. Кирс, тебе надо дальше что-то? Там, в принципе, бежать фигня. Ничего не надо. Можешь сидеть, если хочешь. Все равно трэш. Я бы вообще, пока вы там Вальку бьете, в магазин бы сбегал. Да, может, еще это? Пой. Все, хилы идут. Давай. Мы с тобой сражались плечом к плечу. Нормально. Просто... Обиделась, что ли? Да ладно, все вы как маленькие, пошли уже. Бац! Минус Беркма просто исчез куда-то. Я сражался тихо. Нормально сейчас стану. Ребята, вы 285-й лидер. Смотрим. Что вам вообще? Ты это, не обобщай, не обобщай. У нас еще вагончик на Эликсе. Вот Рва сразу показал, что он может. Ну так Редвару надо же в чем-то, в ПВП он не ок, надо в ПВЕ держаться. Вот, кстати, сказал Вар, а у меня он еще был жив, понимаешь, вот эта задержка. Особенно, когда у Химата. Слишком быстро умер, да я пока только глоток кофе сделал, а он уже дох. Ридвар, тебя на кофе поменяли. Делай выводы. Спасибо, что не на это не в туалет сходил. Мне, между прочим, так 100 гп дали. Я все понял, айл, бро. Это в РБК ходили, еще в базовом резине, я тебя уронила, я тут мандаринку чистила. Он как закатился, говорит, ага, продала меня за мандаринку. И Полина такая, конечно, пойду еще что-нибудь съем, да? Мандаринка, не калорий. Например, ты... ягодный торт. Вообще я не подстаю, по жизни. Панику видно. Этот ник был, потому что у меня был другой ник. Тебе, Миша, точно видно. У меня была панда, я все время подбегала к ребятам. Купите тортик, там в Долоране возле банка продавщица. Купите тортик. Вот и меня тортиком зарабатывали. Нет, просто по приколу, как гриб кричит на сол. И они мне все начали... А у тебя какой-то снег был, да, раньше? Ядовитый снег. Да, да. Вот, да, и помню, кто-то говорил, желтый снег. Вот, и ребята стали меня в гильдии. Ветер, пойдем кто? Я и ягодный торт делаю. Да? А черные ноги? Ребята, вы увидели, как этих надо танчить? Вот туда, за колонку их. Сейчас вот это ники... Сегодня в БТ так танчил, трэш. Весь вообще там собрали. Просто заливочное. Так. Конца. Черные ноги, но это святое, там на друиде. Я сегодня новое придумал. Черные черви, как вам? Не буду тебя в рейде звать, Чечи. Чечи. Там что очень смешное, поэтому смею. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно
с ней быстро покончить! Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление! Ну, Варьки. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Я, кстати, как делала ник Ягодный торт, Вага мне перестал тортики покупать. Это явно связано с этим. Адамару перестал играть. Совпадение? Не думаю. Дамара в рабство попал, ипотека, жена, все, надолго. Нет, у Дамара уже институт же заканчивает. А, еще плюс он... Так, все бездны, в ДЦ. Рыбка стоит. Два шамана, Холи Паули-то. Лучше странная СМК в четверг. Сантей. Давай. Скакель. Танки. Да мы готовы, вырывайтесь, что вы, муж ведь легкие на подъем. Говорит, слева мне пермит. Посмотрим. Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Лёха, ты тут? Сейчас Редвар будет размещаться. Физически нет. Не, короче, замена надо на 5-10 минут. Морально, да. Слева козел ушел. Слева козел. Если Вальке будет перекур, так что это. Вальку убьешь, что так, я уже руки размял, короче, сейчас идем. Интересных боссов. Не в Каражан же шли? Ну, Перу. Я так предполагаю, мы на категорию пойдем, да? Ребята, все правильно, большой человек. Не может заниматься. Если я не ошибаюсь, было сказано, что это ВК на фу. Категория, кстати, да. Двоим нужно уже. Исма, ты собрал осколки? Исма, и прием. Да, у Кислова есть осколки. Что? Слушай, я говорю, собрал осколки? Сегодня первый год. Да, да. ВЦ. Компанская сходит. Так, чтобы у нас было 6 на первую категорию, надо будет в понедельник ее делать или во вторник. Я, короче, наебался. Что? Мне оказывается, еще есть плюс. Точно. Ждем, ребята, ждем. Так что без меня. Вагонетка. Я вас обрадовать, через 100 кристаллов у меня тоже первый кат. Ну, а с кислом будет сделать?
две недели разница, неделя будет между вами. В зависимости от поставок. Силы возвращаются ко мне. Герои еще... Скоро все тут первые карты будут. Я пора уже вышку водить. Ты могу это мой! Уйди! Ты пришел. Да ты мне один раз порт зафейл. Танки! Чё? Тут он бегает какой-то. Не знаю, что. О, футболисты! Слушай, ты нас это как бы нашукал. Даю гимн. Короче, какой-то рандомный человек. Жужу, Мейнер. А, все, не надо. Да. Дал мне в Агримаре возле банка один. Скинул мне полиролик, травы всякой, короче. Ты... Леха, тебя уважаю. Да. Уже ребята, вот, товарищ Жужин, сядь, Молдавар, вы что делаете на этом вообще? Конник. Они не успевали дамажить, все убивалось, да, очень быстро. Мы бежали, а не успевали. Не бегали от моба к мобу, а мобы уже умирали. Ага, говорите о сове. Ладно. Сядь, вы что делали твое? Слева стоял я. Я тоже бегал туда-сюда к мобу. Если скажешь, что это сова, то я не поверю. Нет, сова? Я не сова. Так, у нас перерыв или мы идем на Слендергост? Трэш. Перерыв сразу или после трэша? Пятница. Сразу, потому что сейчас в другой инст идем. А. Я же сказал, пятница, когда магом иду под. А, все. Когда варом иду, не, не под. Куда портуем? Укахаем. За пределы портуемся. И летим на обычку. Господи боже. Куда летим? Ока обычка. Портал.